Два года назад по благословению правящего архиерея в Нарвской епархии была создана футбольная команда из православной молодежи. Сначала ее успехи в турнире «Кожный мяч» были весьма скромными, теперь же команда занимает призовые места. Но не только это в числе достижений молодых ребят и их наставников. Главное в том, что занятия спортом здесь сочетаются и с духовным ростом, и про православных футболистов уже точно можно сказать в здоровом теле здоровый дух, рассказывают наши коллеги из Нарвы. Спортивные жизни Нарвской и Причудской епархии завершились два турнира по футболу «Народная лига» и «Кожаный мяч». Перед началом игры ребята помолились в храме Николая Чудотворца в Мустве. А уже в Алацкиве состоялась заключительная игра этого сезона в чемпионате «Народной лиги». Упорная игра закончилась со счетом 6-5 в пользу команды «Ахья». По итогам турнирной таблицы команда Нарвской и Причудской епархии заняла среднюю позицию. Наша первая такое пробное выступление на уровне, собственно говоря, такого, даже можно сказать, профессионального футбола. Потому что Народная лига – это одна из ступенек футбольной организации футбола в Эстонии. Есть вот высшая лига, есть первая, вторая, третья, а есть Народная лига, которая как бы тот, кто не попадает или не может реализоваться где-то вот в высших лигах, у них есть вот такая Народная лига. А в Нарве на стадионе ПАЮ школы прошел турнир «Кожаный мяч», в котором сборная команды Нарвской и Причудской епархии заняла первое место. Стоит отметить, что именно с турнира «Кожаный мяч» началась активная спортивная жизнь молодых ребят Нарвской епархии. Футбольная команда из православной молодежи была создана ровно два года назад по благословению Преосвященнейшего Лазаря, епископа Нарвского и Причудского. А организаторскую работу по формированию команды для участия в различных турнирах проводит руководитель молодежного отдела Нарвской епархии иерей Сергей Львов. Мы считаем этот турнир нашим юбилеем, то есть рождением. У нас еще не было ни формы спортивной, ничего не было, когда мы вот первый раз заявились на какие-то соревнования. Вот. А сейчас есть и форма, и все. И если раньше было 0-5 проигрыш, это был самый лучший у нас результат два года назад, то сейчас вот у нас на таком уровне, конечно, побед больше. Цель приобщения к спорту, чтобы подростки и молодежь росли здоровыми нравственно и физически. Беседы с батюшками помогают молодым людям открывать подлинные духовные ценности. Тренировки спортклуба проходят по субботам в 13:00 и по средам в 20:00 на стадионе Калев, а в зимний период в спортивном зале Пяхлемяйской гимназии. Спортклуб приглашает всех желающих приобщиться к спорту.